Вышло так, что последние 20 немножко неполных лет я прожил на Тайване, действительно. Тогда еще, когда я приехал в новой для меня стране, в новой для меня ситуации, а теперь она для меня родная. И теперь для меня уже приехать в Россию означает сменить жабры на легкие или наоборот, уже я не знаю, где жабры, где легкие. И мой опыт состоит только в том, что и единство людей колоссально во всем мире, что понимание сердец огромно, желание прийти на помощь другому, как там самаритянин, у всех равно. Не случайно Господь избирает вот как бы иноплеменника, как пример. Это, по-моему, пример для всех нас, не смотреть ни на какие препятствия и смотреть прямо в корень сердец. Я музыкант. На Тайвань я был приглашен в несколько неопределенном качестве, потому что шла речь о том, чтобы преподавать фортепиано, взять на себя руководство оркестром, преподавать сочинения. Но поскольку раньше в Москве я преподавал в основном именно в консерватории специальное фортепиано, так оно и получилось, что я там и преподаю фортепиано. Больше ничем там не занимаюсь. Что сказать? Это было тоже в известной степени стечение обстоятельств, но я чрезвычайно рад тому, что это так они обстоятельства стеклись в эту точку. Потому что Господь знает лучше, что мне надо. Мне бы и в голову такое не пришло. Но вот так вышло. Там я имею счастье иметь контакты с прекрасными людьми, с чудесными студентами, с чудесными, ну, и коллегами, не только коллегами, но и просто вот уже друзьями, можно сказать. Некоторые из них тяготеют к христианству. Что меня, конечно, очень радует, но это не является специальным критерием, потому что жизнь показывает, что совсем по каким-то другим каналам, что ли, вот благодать Божия может идти. Это иногда бывают в сложных случаях сложные пути.
У меня так сложилось, что моя семья была укоренённо церковно-православной. И поэтому совершенно естественным путем я пришел в веру, то есть просто я в нее не приходил, я в ней родился. Меня учить читали, меня учили читать по церковным книгам. Мне кажется, что я церковнославянский шрифт раньше выучил, чем какой-либо другой. Я с детства стоял на клиросе, с раннего, совсем детства, далеко до школьного. А так как я очень рано научился читать, почему-то в 3 или в 4 года уж точно читал легко, то все это для меня было естественно. То есть я был в церкви уже потому, что бабушка меня брала с собой на службу. Я стоял на клиросе, пел наравне со взрослыми, смотрел в книгу, потом еще и в ноты смотрел. Поэтому сам приход вот для меня был, тем более, что это были в те далекие уже теперь очень годы, 50-е, несколько необычным, вероятно. В те годы ведь люди, очень многие люди вообще представления почти не имели о том, что такое церковь. Не заходили, не подходили, боялись. И для своих друзей я был таким мостиком. И целый ряд людей приняло крещение, начало церковную жизнь благодаря просто вот тому, что контактировали со мной. Я немножко помогал устроить это крещение. Такие случаи были. Ну, литературы у меня, конечно, было очень мало, только дореволюционной, да другой тогда и не было. Но все-таки это тоже имело значение. Я никогда не вступал в комсомол. Отсюда исходило то, что меня всячески ограничивали. Я не мог выехать за границу, я не мог получить там, не мог стать лауреатом международных конкурсов, хотя я везде проходил там как лидер. Ну и тому подобное, что людям моего поколения, может быть, чуть моложе, очень хорошо знакомо. Михаила Ермолаева судьба благополучна. Он аспирант консерватории, преподает, сочиняет музыку. Зачем же ему нужно было вступать в борьбу? Наверное, чем-то рискует при этом. Для меня лично конкурс – это возможность выяснить, каковы мои силы, что я могу и чего я не могу. Потому что здесь чрезвычайно авторитетное жюри, которое простым способом, постановкой баллов, даст возможность мне в этом разобраться. У меня никакого специального прихода к Оптиной пустыне не было. Это стечение, если можно так, обстоятельств, но хотя в духовном смысле обстоятельства – это никогда не обстоятельства, а что-то другое. Моей жене на исповеди духовник сказал: вот я тебе не могу ответить на эти вопросы. Вот был бы сейчас жив отец Амбросий, вот он бы тебе сказал. Она приходит ко мне и это рассказывает. На что я отвечаю: включать давай голову, поезжай к мощам. Она здесь никогда не была, это была ужасно лютая зима при этом. И моя Ирина поехала сюда. Тут ее встретили, приголубили, тут же нашелся друг знакомый, тогда он был иеродиакон Василий. Повел ее по всем местам, и с этого момента началось ее общение с Оптиной пустыней. Вот таковы обстоятельства. Потом она стала ездить сюда, потом разок и я приехал. Вот так это шаг за шагом шло. В одной и той же точке, если можно так сказать, работали замечательные великие старцы, которые общались с людьми, которые являлись самых простых и самых таких, приходили с самыми простыми проблемами, как бы, хотя ничто простым не является. И здесь же была огромная культурно-издательская деятельность. И возможно, что посевами этой вот культурно-издательской деятельности вот мы сейчас, собственно говоря, и живем. То, что было посажено в 19-м, в начале 20 века.
Vivian, my dear, very simple thing. Can you, yes, breathe. Sometimes, breathe. Because what I want. Я воспринимаю искусство как одеяло, может быть, которым бедное человечество укрывается от ужаса и холода. Но это одеяло состоит из ниточек. И каждый из творцов, мы вот эту, каждую свою ниточку вплетаем. Там ниточки могут быть разной плотности, разного цвета, все что угодно. А культура – это, в общем, ну, как бы сказать, это только внешняя часть того, что происходит в душах людей. Это же не просто красивые слова или сладкие мелодии. Я стараюсь делать, что я могу. Вместе с тем я понимаю чрезвычайную ответственность, может быть, максимальную ответственность именно за дело культуры. Потому что людям, особенно не пришедшим ни к какому ясному устроению духовному, это наиболее понятный и близкий путь. В моем случае музыка рождается, опять-таки, вот в данный момент моего пути творческого, технологически. Здесь нет какого-то импульса. Есть некие приемы, которые я никогда не раскрываю, потому что если их раскрою, они перестанут работать. Вот. Но тут только вот остается поверить мне, что я знаю, каким образом моя рука знает и мое сознание знает. Рука знает уже отдельно, конечно, от моего сознания. Это все как вот человек ведет машину, он не думает, что он там двигает или на что нажимает, просто ведет машину. Ну, гораздо сложнее, конечно, несравненно, но примерно это вот тот же процесс. Но просто само обучение этой технологии, оно вот это вся жизнь. Приехав на Тайвань, я столкнулся с отсутствием храма, и поэтому, зная это заранее, я привез с собой весь набор богослужебных книг. Поэтому мне пришлось устраивать свою жизнь вот таким мирянским чином. Ну, и дальше просто вот я стараюсь, что можно делать сам, поддерживать по мере сил молитву. У меня там есть часовня, которая даже где-то официально считается зарегистрирована как часовня, хотя она не освящена. Когда я приехал на Тайвань и немножко совсем там пожил, я понял, кого мне напоминают мои студенты, вот, все-таки 20-летней давности, не теперешние, а те. Они мне напоминают мою маму, потому что это люди еще из многодетных семей, с тем теплом семейным, которое они несут в окружающие. И у них совсем другое отношение к жизни. Они гораздо более открытые, приветливые, могут быть даже наивные. У них есть ощущение защищенности от всего вот этой их семьей. Мне кажется, что Оптина пустынь всегда была тем центром, где вместе были народ, вера и культура. Этого так мало в нашей жизни было и есть. Это буквально вот точечная такая ситуация. Я не знаю даже, что еще назвать.
очень много помощи я получаю и получал от Господа сам. Я вижу просто невероятные, фантастические вещи и чудеса, которые происходят вот просто под руками буквально. Да, сам не еще, знаете, как до луны. Все языцы и лики сотворил еси, приедут и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое, яко велись, и Ты, и творя чудеса, Ты, и Бог един.